Всем привет! Негр в прямом эфире. Ну как вам мой загар? Да, очень красивая. Это пучок. Там, между прочим, ну, модно так. Что, не знали? Приз я буду разыгрывать 7 числа. У меня написано под постом и не под одним, что 7 числа я объявлю победителя, кто выиграет айфон. Я сделала себе автозагар. Thank you. Привет, 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 привет. Дела у меня хорошо. Как ваши дела? Хорошая связь. Напишите плюсик, если хорошая связь. Я сделала себе автозагар, и он еще не потемнел. Через 8 часов он еще потемнеет. Еду в такси, поехала на такси, потому что я какая-то сонная, я боялась, что я усну за рулем. И я не стала ехать на машине, потому что очень долгие пробки, я засыпаю. И я спала в итоге в машине, пока ехала в салон. А сейчас я еду к подруге. Вы мне писали, да, за гиф я не буду участвовать. У меня сейчас свой гиф проходит, поэтому в другом я не буду участвовать. Спасибо большое. На голове у меня прическа. Все, с завтрашнего дня буду принцессой. Вот будет у меня идеальная укладка всегда, вот обещаю. Нет, я не была на свадьбе. Ну, как вы себе представляете, отбивала Йосика, они ссорились из-за меня, и тут я пришла бы на свадьбу. Ну и плюс мы не в очень хороших отношениях расстались. У Йосика я вообще почему-то в блоке. Ну, это я проверяла, ну, смотрела еще месяца два назад, как с проекта ушла, просто хотела что-то у Йосика глянуть, смотрю, ее в блоке. Да, я без макияжа, я только что вышла с автозагара. Там нельзя макияж. Сейчас еду к подружке. Моей подружке, которой мы с ней жили в общежитии в городе Горловка. Аня моя красотка. Ну, у меня редко она появляется, но, кстати... кстати, можно сегодня выставить их видео. Ну, ладно, я подумаю. Ну, скоро выставлю видео, как она... как они с ребятами пели на корпоративе под мою песню. Трек. Привет, привет, привет. Ребят, в конкурсе, чтобы участвовать, все очень просто. Вы просто заходите под мой конкурсный пост. Их у меня два. Тут ничего страшного. Я потом объединю два поста и выберу победителей из того поста. Одного победителя будет один победитель. Я учту всех, кто принимал участие. Вам всего лишь нужно подписаться на всех спонсоров Margaret Company. И это займет у вас 10 секунд, но уже 7 числа один из вас может стать счастливчиком и выиграть этот айфон. Если честно, я его сама хочу себе забрать. Поэтому, если кто-то вдруг... ладно, не буду говорить, пока не точная информация. Но в любом случае, я просто думала деньгами отдать, но я еще не обсуждала это. Надо подумать, будет такой вариант деньгами отдать или нет. Но в любом случае, всегда iPhone можно продать. Так что участвуйте, и кто-то из вас обязательно выиграет. Привет, я сказала всем привет. Светик, передаю тебе привет персонально. Нет, я в Москве. Нет, на проект я не буду возвращаться. Ой, сейчас, наверное, связь будет хуже в тоннеле. Свет в конце тоннеля. Привет. Маруф вышла новая песня For You. У меня на голове играет.
просто нереальная песня, очень классная. Не слышали, не слушайте Марам Грув. Я еду к подружке, и мы едем ко мне. Когда мы приедем ко мне, я обязательно зайду еще раз в прямой эфир и спою для вас. А определять победителя я буду, скорее всего, с Дашей. В этот раз специальной программой, которая сама выбирает случайное число. То есть не методом тыка, программа сама определит победителя. Нет, я ни по ком не скучаю с проекта. Вот за Юльчиком немножко соскучилась, давно ее не видела. Сейшел приедет, увижу с ней. А так вообще нет. Я не за рулем, потому что я засыпаю в пробках, и чтобы не уснуть, я решила поехать на такси. Спасибо большое. Ну, да, все, я обещаю, завтрашнего дня буду с прической. Ну, ребят, я сейчас не на телевидении уже, поэтому прям каждый день укладки не делаю. Хотя до проекта я ходила с укладками каждый день, независимо от того, снимают меня или нет. Но все равно скоро приведу себя в порядок. Песня «Я звезда» и «Марго», да, я придумала сама. Я вообще не грустная, веселая, мне так нравится мой загар, такая довольная. Кроме Юльчика ни с кем. Гребешков, какой Гребешков? А, Гриценко? Я не знаю. Я думаю, что это неправда. Если бы это была правда, наверное, я бы знала. Привет, Таня. Спасибо. Самое неудобное, реально такая красивая, господи. Боже, завтра наконец-то еду на маникюр. Какой-то новый салон, я там еще не была. Меня пригласили в гости. Сделаю маникюр, педикюр, буду красиво. Кстати, косметолога до Нового года так и я не нашла. Бартеру. Ну, особо не искала, просто. Мне там предлагали, но я не согласилась. Может, еще какие-то варианты будут. Ну, хотя, наверное, уже лучше ничего не... А, я же сделала автозагар. Все, уже не получится пойти к косметологу. Все тогда после Нового года. Я еду к подружке. Привет всем. 300-500 раз рассказываю подряд. Еду к подружке. Забираю ее. И мы едем ко мне домой. Да мне так нравится, господи. Привет, Маша. Кстати, про Машу. Две Маши выпустили песню. «Мама, я танцую». Вообще такая крутая. Я первый раз послушала, мне не понравилось. Потом я ее слушала еще раз 5 подряд. Мне очень нравится. Зачем, ребятки? Ну, могу показать. Вот. Едем в таксишке. Moscow City. Never sleep. Ну, тут ничего не видно особо. Вот сейчас начала причесываться прямо в эфире. Завтра причешусь. Ой, вас так резко больше стало. Привет, Беларусь. Привет, 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 привет. Привет всем. Все только зашли. Моя подруга учится в Иньязе. До сих пор, потому мы с ней учились в одном университете в Горловке. Но она перевелась в Москву, и ей пришлось заново на первый курс поступать. А я уже закончила. Она еще учится, поэтому. Она еще, кстати, у меня работает, делает депиляцию, брови, подрабатывает. Вам покажу ее, если вам надо, обращайтесь к ней. Обожаю ее, красотка моя. Ну, лучше на макияж пошла учиться, не так классно получается, надо ей сказать.
Да, у меня есть голос, спасибо. Я не умничка, я просто родилась такой. Я Марго. А ты кто? Я реально смешная. А, мне завтра еще ресницы сделать. У меня ресницы уже все выпали. Я давно не делала ресницы. Я вообще просто ничего не делала долгое время. Да, спасибо большое. Я не курю. Где произошло? Что произошло? Очень жду тебя в Киеве. Кстати, в Киев как-то не планирую. Мне вообще, на самом деле, я так долго выбирала, где буду отмечать Новый год. Должна была лететь к Мэри в Таиланд. Все переигралось. Я уже и на Гоа собиралась лететь. У меня даже виза готова. И я в итоге сюда не полетела. И я потом еще хотела в Одессу поехать, что мне моя лучшая подружка Карина, она меня зовет. И я и туда не полетела. Решила остаться в своем любимом облаке, как всегда. Ты умничка. Спасибо. Привет, привет, привет. Папа, у тебя огонь. Такой дядька хороший. Спасибо. Что пугаешь? Ну, я такая. Что с тобой? Жизнь прекрасна у меня. Поэтому я себя чувствую комфортно даже так. Читаю. Да ну, ребят, что это я выжатый лимон? Я просто разговариваю с вами так малежно. Я в такси еду, что не буду кричать. Обычно я живее разговариваю. Я буду встречать Новый год с Дашей. Into You. Это мои самые любимые, сколько бы мне ни дарили разных духов, разные баночек. У меня сколько их существует. Вот Calvin Klein мои любимые. Причем они вообще недорогие, и они очень классные. Обожаю их. Сколько у нас времени? 08:20:08. Ты уродка. Спасибочки. Главное, что ты красивая, без фотки на аватарке. Да, мы в Горловке учились. Так, я поняла. Дара, вопросы с опозданием мне приходят. Меня зовут Марго. На шайтана. Даша сказала, что я Марго Джан. Ты прелесть. Calvin Klein. Что Calvin Klein? А, ну, Calvin... А, это ты спросил? Ладно. Да, я езжу на машине, я же говорю. Я просто решила не ехать на машине, потому что очень большие пробки, я передумала ехать на своей машине. Я после автозагара. Все у меня прекрасно. Вот, кстати, я была на проекте, у меня вообще украинский акцент ушел. Сейчас начала общаться с подружкой, слушать голосовые, я очень воспринимаю на слух и стала повторять уже опять ту манеру. Ну, то есть я быстро перестраиваюсь. Могу разговаривать и без акцента. Ну, хотя немножко все равно, говорят, у меня остается акцент. Привет, Кемерово. Имя Кирилл? Нет, не нравится. Ну, нормальное, лучше, чем Ваня, но мне нравится все. Тахбаш. Тахтабаш. Господи, Тахтабаш, привет. Я готовлю альбом. Я его еще не записываю, но я уже купила треки. И это будет классно. Мне очень нравится. Ты космос, детка. Ты просто кошмар. Это Лиза пела. Когда тебя вижу, тело мороз. Там кто-то прошел, спрашивал, нет, с ней вообще до сих пор мне очки не отдала за странка. Ну почему люди такие безответственные, не пойму. Берут и не возвращают. Нет, вернуться я не хочу. К
как помирились с Мэри. Да я с ней не ссорилась. Честно, вот я когда с ней встретилась через долгое время, я уже и забыла то, что она на меня говорила. Мне вообще это с головы давно вылетело. Я всегда к ней нормально относилась. Я понимаю, что многие люди говорят что-то из того, что они на проекте. Ну, понятно, там у нас были какие-то контры из того, что там Саймон со мной флиртовал, с ней встречался. Понятно. Вот. Ну, чтобы она ко мне прям плохо относилась, или я к ним, нет. Вообще, просто мы забыли, все отпустили, что было раньше. Я когда была с ней на шоу, и как будто бы, я не знаю, моя какая-то девочка, я уже и забыла о том, что она на меня говорила. Но вот почему-то на нее вообще никакой злости у меня нет, никаких обид. Поэтому мы как бы и не ссорились, можно сказать. Ребята, вот те, которые вот хрень всякую пишут, мне лень сейчас, но я вас в следующий раз буду блокировать. Зачем вы это пишете? Зачем вообще следите за мной? Или у вас все так плохо в жизни, что надо зайти и что-то написать другому плохое? А что из этого изменится, что вы это написали вам легче? Тогда вы несчастные люди. Данил или Александр? Ну, у меня папа Александр, но Александр такое имя. Очень часто встречается. Я бы выбрала Данил. Привет, дружковка. У меня, кстати, ВКонтакте есть видео, где я в дружковке выступаю. Я вообще не опухшая, я похудела, мне кажется. Жалко, что у меня нет весов. Надо... Привет, Египет. Надо, блин, взвеситься, мне кажется, я похудела. Простишь лесороб, буду я ни на кого не обижаюсь, ребят. Всех простила, отпустила. Кто ты сейчас? Как ты сейчас питаешься? О, ребята, вот что-то никак не могу настроить свое правильное питание. Как зря я питаюсь, вот так вам скажу. Но я постараюсь наладить свое питание. Ответь, Марго, увеличивай не скул. Да я не знаю, как это делать, страшно или не страшно, никогда такого не делала. Господи, звучит страшно. Я самая лучшая, спасибо. Мои дела у меня прекрасны, под наркозом обожаю. Спасибо. Блин, так я прекрасна или страшна, не пойму. Это все пишут, не пойму, прекрасна или страшна. Ну ладно, я знаю, что я прекрасна. Так, какой у тебя вес? Идеальная фигура у тебя, спасибо. Ну, не сказала бы, что идеальная, вот собираюсь вот в новом году идти в спортзал корректировать все, но я не знаю, сколько вешу, только что рассказывал, нет весов. Так, девочку я хочу назвать Ева, а мальчика не думала. Илья, наверное. Илья мне нравится имя. О, господи, сейчас Ебарова вспомнила. После Ебарова мне не сильно уже нравится имя. Шучу, ладно. Ебарова хороший, на самом деле, такой добродушный, но очень... Так, ладно, не будем про проект, а то сейчас наговорю. Так, страшно делать увеличение скул. Ребят, да откуда я знаю? Какие еще увеличения скул? Это что? Вот это? У меня щеки посреди, у меня скулы. Я ничего не делала. Когда поешь, красивый голос, спасибо. Когда говорю некрасивый. Да, я в Москве. Я прекрасна, спасибо. А нам еще, не знаете, сколько примерно? 18. Ну, вы скажете, да. Ага, спасибо. For you. Эта песня из головы не выходит. Мне очень нравится. Очень. Давай выпьем. А я не пью. Я реально не пью. Я какая-то странный человек. Просто у меня все прекрасно, зачем мне пить? Ну и на проекте я когда очень сильно уставала уже просто не было сил как-то морально. И я иногда пила и расслаблялась так, потому что по-другому я не могла. А сейчас у меня все прекрасно, поэтому я не употребляю алкоголь вообще. Эдвард, привет. Илья и Алена. Ой, ребят, ну что значит красивая? Надо смотреть на будущее. Я считаю, всех, кто в паре с Ильей, это бесперспективно.
Ну, я никак не хочу его обидеть, но я бы не хотела себе такого мужчину, поэтому к Алене я очень хорошо отношусь, ей желаю лучшего, чем Илья. Блин, все, опять говорю гадости, все, не спрашивайте у меня за это, пожалуйста. Хотя Илья мне столько гадости наговорил в последнее время. Не страшно, ну, не буду отвечать тем же, поэтому лучше не буду про это говорить. Привет, Люба с Астрахани. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы в твоем новом году сбылись все твои мечты. Вообще всем этого желаю. И себе тоже этого желаю. Спасибо. Спасибочки. Так. Чё же на голове? Вот я специально буду прическу делать, чтобы спрашивали один и тот же вопрос. Что же на голове? А если у меня будет красивая прическа, вы мне все напишите, что у меня красивая прическа. Ногти. Ну, блин, темно. Вот они. Я иду завтра на маникюр. Слушай, ребят, откуда я знаю, в кого он влюблен? Я же к нему в голову не залезу. Но судя по тому, что он мне говорил за камерами, не влюблен. Привет, Юлия из Оренбурга. Да господи, какой Саймон, ребят, вы чё? Ну какой Саймон? Артём с наступающим Новым годом. Из Питерова. Из Питера. Привет, Кемерово. Ты игнор. Да нет, ребят, что, все пытаюсь читать. Может, блин, не успеваю? Хорошо расстались. Ну, я в любом случае буду рада, если их брак продержится долго, что это не проектная история. Я буду рада, если это так. Почему нет? Но я смотрю иногда, мне высвечиваются видюшки популярных, там такие милые нарезки их есть. Ну, я никогда не верила в его любовь. С другой стороны, блин, ну невозможно так долго такое терпеть, если не любишь. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Может, и возможно терпеть. Что люди только не готовы ради славы и денег. А мы поздравили, прости. Ха-ха. Шоки. Прощаю. Минуток 7-8, я думаю. Угу. Сейчас каточек сразу проскочим. Ладно, я выйду сейчас, потому что уже подъезжаю, все равно ничего не видно. Буду дома, зайду. Всех обняла.